Вы были сегодня членом жюри конкурса детей-артистов. Расскажите о ваших впечатлениях. Ну, конечно, всегда очень тяжело нам, уже артистам состоявшимся, да, молодых артистов судить, которые, тем более, некоторые из них выходят впервые на сцену, очень волнуются. И мы, конечно, пытаемся, ну, вот на мой взгляд, опять же, судя по своим коллегам, немножко оценочки завышать, потому что возраст такой, 8, 10, 12 лет. Я думаю, что в этой возрастной категории нужно давать всегда шанс на будущее, обязательно. Там уже после там, 13 уже другое будет совершенно как бы, отношение. Но для нас это всегда такое стрессовое состояние, потому что никого не хочется обломать, грубо говоря, тем более там, обидеть там, чем-то. Ну, так получается иногда, потому что, конечно же, видно сразу, есть дети, которые приходят выступать от души, от сердца, как говорится, живут на сцене. А некоторые бывают, ну, такое ощущение, что выходят на сцену и отрабатывают для родителей, для педагогов. Вот. Но, и, конечно же, есть такие, которые дарят, ну, свои там 11-12 там, лет, дарят очень серьезные такие взрослые эмоции. И это очень радует, потому что немногие артисты, состоявшиеся, обладают такой энергетикой, когда ребенок, чистый ребенок, выходит на сцену и чувствует, мало того, что прочувствует, проживает на сцене какую-то роль свою, которую отработал уже там дома с педагогом. Это очень серьезно, это очень, честно говоря, я вот несколько номеров, которые я наблюдал, они меня перевернули и дали вот такое эстетическое настоящее наслаждение. Это здорово. А ваше вообще мнение вот о таких детских школах, вот особенно, конечно, о школе, вокальной школе Игоря Сандлера, ваше впечатление? Ну, во-первых, люди, которые работают с Игорем, и я, и многие другие преподаватели, конечно же, они плохому никогда не научат, безусловно, да, то есть свой опыт, да, и свои навыки мы передаем, стараемся это делать в кратчайшие сроки, с тем, чтобы то, что, чего мы достигали там за десятилетие, передать там за год там, и того меньше. Так что дай бог, чтобы такие школы открывались, существовали. Таким образом мы поднимем нашу отечественную культуру. Ну, то есть, как я понял, из некоторого количества выступавших вы увидели нескольких потенциальных звезд, или, по крайней мере, тех, у кого есть серьезные перспективы профессионального роста и стать настоящим артистом, так? Именно так. Сразу видно детей, которые живут этим. Видно детей, которые... Конечно, жалко, что парней мало. В основном девчонки, жалко, это дефицит. Но сегодня был один мальчик, тоже в 11 лет, который исполнял песню «Скорпионс», конечно, заезженную балладу, но он сделал это очень убедительно. Я даже объявил, что вот такие, как он, добро пожаловать ко мне в группу. Готов принять. Интересно, ну, сейчас вам предстоит прослушивать уже старших, как я понимаю. И, наверное, и там у вас будут интересные впечатления уже от тех, кто постарше. Ну, те, кто постарше, конечно, и к ним и отношение немножко другое. Здесь, и, конечно, будет соревновательный момент, потому что я думаю, что при всей нашей лояльности поблажек, наверное, уже вот в этой категории уже будет меньше, и дальше еще меньше в этом плане, как бы, да, то есть надо уже более внимательно смотреть, потому что народу очень много, на самом деле, да, именно конкурсантов, и выбирать, ну, видимо, лучших из лучших, конечно, придется нам поработать. Здорово, ну я только могу вам пожелать хороших впечатлений, и не просто, что называется, отсидеть, раз позвали, а реально получить удовольствие хотя бы от некоторых будущих конкурсантов. Спасибо вам. Именно так. Спасибо. Пускай сегодня мелкий дождь идет с утра.